Он развивает ловкость и выносливость, учит слаженно работать в команде и понимать игроков с полувзгляда. О пользе футбола для детей говорят и ученые. Тактическая игра укрепляет кости, мышцы и суставы, а также положительно влияет на дыхательную систему ребенка. В спортивной школе ИКАР есть разные возрастные секции по футболу. Нагрузка для каждой из них подбирается тренером индивидуально. С каждым возрастом тренировки, нагрузка прибавляется по часам, по упражнениям. То есть в каком-то возрасте, начиная с раннего, дается в основном упражнение на развитие ловкости, координации, технику передвижения, потом уже работа с мячом идет. Чем старше возраст, тем, естественно, нагрузка увеличивается, сложнее становится. Отдавать ребенку футбол лучше с 3-4 лет, считает Артем Данилин. В этом возрасте их легко увлечь этим видом спорта, показать азы работы с мячом, что существенно облегчит его обучение в дальнейшем. В 6-8 лет ребята играют на укороченном поле и неполными командами. Главное в этом возрасте не изучение тактики, а игровая практика. Затем наступает следующий этап на пути к мастерству. Здесь же уже ребята знают свое место на поле, уже где-то идет работа тактическая, куда бежать, куда давать, какую работу выполнять. Больше физической работы, чтобы они были готовы бегать не 10-15 минут, а всю игру. Соответственно, здесь идет работа уже сложнее. У команды 2009 года рождения предыгровая тренировка. Она проходит в легкой, спокойной форме. Ребята должны почувствовать мяч, подвигаться, разгрузить мышцы и быть готовыми к предстоящей игре. На первенстве области они провели уже 3 игры, 2 из которых выиграли. Матч с «Металлургом» был напряженным. Удался нам очень тяжело этот матч, потому что была очень равная борьба, но все-таки мы смогли дожать «Металлург», и мы выиграли со счетом 3-2. Нам предстоит завтрашний выезд в «Арзамас» против «Торпедо» 2009 года. Мы настроены боевым настроем и надеемся, что сможем эту игру победить. В турнирах ребята участвуют довольно часто. Они уже играли на футбольных полях в Минске, Сызрани, Самаре. Набор футбольной секции «Кара» ведут с 8 лет. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 99-381. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».